Добрый вечер. Сегодня 21 день голодания. Сегодня у меня сухое голодание. Чувствую себя прекрасно. Вот лицо все подтянулось, подбородок ушел. Даже вот кольцо на пальце бегает. Руки меньше стали. Здесь все подтянулось. И вот теперь посмотрим, что с моими ногами. Значит, все это засыхает. Сейчас я буду брызгать виватоном. Мазать виватоном. Брызгаю я вот это вот единолом. На спину я делаю алоэ вера обязательно, чтобы все грибы мои ушли. Вот ножки все подтянулись. Все засыхает, все подсыхает. Вот здесь вот, пожалуйста, сейчас сниму. Вот здесь вот все подсыхает. Все, корочка образовалась. Вот это вот все мешки меньше стали намного. Вот с этой стороны то же самое. Вот это вот все подсыхает, все, новая кожа образовывается. Вот этот вот мешок тоже меньше стал. Вот видите, какая корочка пошла. Вот она. Я брызгала вот еще дегтем. Обязательно дегтем брызгаю после вечера, обязательно, чтобы это все подсыхало. А виватоном я мажу, стараюсь мазать через каждые 3 часа. Чтобы вот как только начинает подсыхать, чтобы вот, ну, не очень стягивало, чтобы легче, меньше болело, чтобы вот обязательно виватоном. А так я чувствую себя прекрасно. Хожу, двигаюсь, делаю зарядку. Дети даже удивляются, соседи приходят, говорят, как меня поддерживают, что вот как я так легко голодаю. Но правда готовлю. Готовлю очень много. Дети ругаются. Но стараются все съедать. Друзей приводят своих. Я их тоже кормлю. Стараюсь. Ну, до свидания. До следующей встречи.